Налоговый вычет вместо полного освобождения от уплаты земельного налога. Такое решение принято на очередной сессии собрания представителей. Оно касается определенной категории граждан и связано с изменениями налогового кодекса. В отношении инвалидов первой и второй групп инвалидности, инвалидов с детства и пенсионеров, получающих пенсии, введена установлена льгота в виде налогового вычета. Кадастровая стоимость земельного участка в площади до 600 квадратных метров включительно. Эта норма, по сути, дублирует норму нашего решения собрания представителей номер 132. В связи с чем мы предлагаем наши льготы отменить, в связи с тем, что на эти категории граждан будут иметь прямое действие нормы федерального налогового законодательства. Изменения были внесены в ранее принятые решения собрания представителей о городском бюджете, об учреждении нагрудного знака за заслуги, а также о дополнительных мерах социальной поддержки, касающихся организации летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием и в загородных оздоровительных лагерях. Предлагается внести изменения в пункт 1.5 и из перечня лагерей, финансируемых за счет бюджета города Заречного, исключить лагеря с дневным пребыванием и загородный оздоровительный лагерь, в нашем случае «Звездочка», в связи с тем, что с постановлением правительства Пензенской области данные виды лагерей оплачиваются за счет субвенции. Еще один вопрос повестки сессии касался внесения изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Все предложения были приняты народными избранниками. В завершении заседания депутаты заслушали отчет о работе межмуниципального отдела МВД России по Заречной за первое полугодие 2018 года. Анна Литвинова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».